Яблонька компактная, но здесь ствол получился гармошкой. Такой способ формирования кроны и способ формирования центрального проводника используется для того, чтобы уменьшить силу роста. Сейчас я покажу, что такое гармошка. Ветка у нас пошла сюда. Видим, точка. Там срезалась. От нее пошла почка в сторону. Опять срезалась. Ну, пустили на почку, чтобы опять вернуть. Дошла до точки, срезали. И опять, если отойду, у нас опять ушел проводник в сторону. При этом соблюдая соосность. Что это получается? Питание уменьшается, тогда подача к верхней части ветви, центральному проводнику. И центральный проводник тогда не настолько гонки в росте. Вот использование одного приема в обрезке. Удачи, замечательного настроения и вкусных.